В Оренбурге начали раздавать георгиевские ленты. Акция стартовала сегодня. Активисты вышли на центральные улицы города, где вручали прохожим ленты как символ победы над фашистской Германией. До 9 мая в области собираются раздать около 100 тысяч георгиевских лент. Ну и добавлю, акция проводится в России с 2005 года на средства предприятий и госбюджета. Ленты не рекомендуют продавать, прикреплять на антенны и ручки автомобилей. Считается, что эта лента представляет собой своего рода награду, которую можно вешать только на одежду.